Железо, свет. Я как будто попала внутрь гигантской машины. Но кто ее создал? Выглядит как треугольная труба. Для чего она? Эти устройства доставляют куда-то детали. Куда? Вон та штука рядом с провалом. Что это такое? Очень кстати. Эти устройства доставляют куда-то детали. Может, и мне на таком прокатиться? Как бы об этом не пожалеете. Значит, так и есть. Здесь создают машину. Но зачем? И кто? Это самое сердце. Наверняка. Как мне туда попасть? Дальше я не проеду.
Удар. Вот так. Сердце совсем рядом. Создают машины. Их ткут из света. Здесь отовсюду исходят сигналы. Thank you.
сведения про разные машины. Это поможет мне их укротить. Лес становится гуще. Зараза окутывает эти машины, как облако дыма. Нужно их уничтожить. Пламя горит жарче обычного. Пламя! Оно ее поглощает! Я перебила все зараженные машины в долине. По крайней мере, сколько нашла. Надо поговорить с солдатами в форте Карха. Может, теперь меня пропустят? Всегда следят.
Брошенная деревня, о которой говорила Морея. Сплошные развалины. Вот они, зараженные рыскари.
По скалам ты лазать не умеешь. Мороз щиплется. Там сражение? Кто-то напал на форт Карха? Это демон. Уходи! Эти машины опасны! Воистину улыбнулось солнце. Это не солнце рисковало тут шкурой. Девочка, подойди! Девочка, иди сюда!